одном из тысячи уникальных курсов прокачки женской энергии. Мои дорогие девочки, мои богини, я рада приветствовать вас на заключительном занятии нашего марафона «Пробуждение женщины». Это же Дарья Дар! Она богиня! Ну и для начала я хотела бы услышать ваши инсайты, ведь мне почти интересно мнение каждой из вас. Да, я пожалуйста, могу. Катя, да. Я вчера дома сидела так. И заплакала. Я вот в моменте поняла, что женщины, они не мужчины. Это роскошный инсайт, Катенька. Но жаль, что вы не поняли главного. Чего? Что мужчины – это не женщины. Гениально! А я осознала, да, что волосы – это провода, через которые я общаюсь со Вселенной. И поэтому я перестала бриться, и теперь у меня очень много энергии. И почему-то чешутся ноги. Это рост. В том числе духовный. А, девочки, я должна сказать, что я тоже прошла довольно непростой путь, прежде чем стала проводником женщин к их истинному предназначению. Об этом можно прочесть в моей автобиографической книге «От проводницы до проводника». А, прошу прощения, а можно взять? Можно купить. Ну что же, девочки, давайте сегодня мы завершим нашу трансформацию, да? Да. Только я чувствую какой-то, как будто обрыв энергии, как будто канал связи со Вселенной налажен, но не полностью. Что-то не так. Прошу прощения, это я забыла денег перевести. Сейчас. Отправила. А, все, вижу, энергия пошла. Все. Ну, давайте приступим. Ой. Мое внутреннее Ой. Женское Ой. Я, оно прямо... Извините, опоздал. Куда можно упасть? Да. Мужчина, курсы для экскаваторщиков этажом ниже. Да не, у вас же здесь это бабья переаттестация. Ну, курсы повышения женской квалификации. Я Михаил, муж Любы Зайцевой. А, Люба. Любочка у нас прилежная самая, да, девочка-ученица. Она уже купила у меня курсы познания себя, 4 круга океана любви и интенсив пробуждения души. Вы уже заметили, как она трансформировалась? Ну, да. Да? Харкаться меньше стало. Когда по спиняке лупит, уже чувствуется в руке сомнение. Ну, вы знаете, если вы за Любой, то Любы сегодня нет. Она заболела. О-о-о. Ну, сказала, у вас сегодня последнее занятие, она без него в женщину не превратится. Угу. А интрига бешеная. Можно я посижу, законспектирую, я все передам? Ну, вы знаете, Михаил, у нас все-таки практика женская, а вы не женщина. Слушайте, ну я роды у коровы принимал. Что-то да в женщинах понимаю. Ну или деньги верните, Ладно, я пойду. Ладно, садитесь. Понял. Снова в школу, как говорится, да? Вкусно пахнешь, отличница тут. Ну что же, девочки, сегодня мы с вами проработаем наши кармические узлы, гармонизируем наше женское начало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где вот эти все женские хитрости? Ну там, типа, как носить... Кепку, чтоб скрывать, что башка не мытая. Ну, как выдать просмотр видосиков за поиск себя? Как превратить мужа в курьера Wildberries? Послушайте, Михаил, ну, с этими знаниями женщина рождается. А, понял. А мы здесь говорим о том, как прийти к истинной женщине. Да? А в чем разница? Истинная женщина находится в гармонии с природой. И синхронизирует свои высокие вибрации с Венерой, при этом понимая, что мы в матрице, где циклическое спиральное движение является незыблемым законом Вселенной. Ишь, твою мать! О. 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 Простите, я просто немного перестал понимать, ну, прям с самого начала. Вы просто начали что-то из биологии, потом из физики присобачили, потом химия, философия, по-моему, в конце вообще цитата из Кин-дза-дзы была. Мы вообще в какой сфере общаемся? Скажите, пожалуйста, вам вообще знакомо понятие энергия? Ну, я электрик. У меня один раз энергия на 7 метров из сапогов вышибла. Я больше про космические энергии. Космические? Это в какой книжке? Это Рымкевич, Коробчевский? Мой Рилс.
Морился не читал, нет. Подождите, Дарья, ну, может быть, мы наконец-то его уже выгоним? Я вот пытаюсь, у меня вообще поток из-за него не идет. Ну, девочки, к этому нужно быть готовой. Мы часто в своей жизни привлекаем то, чего боимся по-настоящему. Ну, видимо, кто-то из вас сегодня боялся моржа. Я типа морж? Да вы чё? Не похоже вообще. В общем, это кармический урок, понимаете? Потому что, как вы знаете, все, что происходит в нашей жизни, на это влияет опыт наших предыдущих жизней. О. Вот, кстати, я в прошлой жизни была королевой Индии. Королева. Да. А как вы это узнали? Вы какие-то анализы сдавали? МРТ? На пачке принцессы Нуры себя узнали? А что вас удивляет? Здесь вообще нет случайных лиц. Вот, например, Катенька в прошлой жизни была королевой Испании. О, здравствуйте. Инесса была королевой Италии. Раиса Сергеевна была королевой Англии. Все. Это нормально. Мы все встречались в прошлой жизни. Где? Четыре королевы, вы что, в какой-то колоде карт пересеклись? Господи. Да вот, ваша Люба даже, номер 14. Вот, Люба ваша в прошлой жизни была Клеопатрой. Клеопатрой? Люба? Не, ну, конечно, она после секса меня всегда убить хочет, это да. Но так бы любая поступила. Я бы больше поверил, если бы вы сказали, что Люба была крысобоем на пиратском корабле. Которая дубиной вот так вот крыс по палубе размазывала. Там. Просто она сейчас на складе в магните тем же самым занимается. Если что, мы тут не все королевы. Вот, например, Настенька, Настя, да? В прошлой жизни была дождевым червем. Я просто здесь в рассрочку, но когда я заплачу, вы же меня перепроверите? Конечно, перепроверим, моя хорошая, конечно. Это я к тому, что каждая из нас должна пройти свой кармический урок. Да. А какой кармический урок у дождевого червя? Типа, в прошлой жизни ее лопатой разрубили пополам, и сейчас она должна найти свою вторую половину. А вы что, тоже регрессолог? Нет, я за КПРФ. Что? Я просто всегда так отвечаю, когда в вопросе не разобрался. Послушайте, Михаил, вы бы, наверное, свою вот эту вот ротовую чакру все-таки прикрыли, та, которая базируется у вас под усами, хорошо? И не мешали нам, потому что я вас выгоню. Все, извините, все, закрыл. Ну что же, мои дорогие богини, давайте перейдем к основополагающей нашей практике, да? Воронке изобилия. Я напоминаю, что именно эта практика может привлечь финансовое благополучие в нашу жизнь, да? И, надеюсь, успешных мужчин. Ну что же, давайте. Значит, ручки к небу, да, и пошло вращение. Михаил, а вы почему воронку не крутите? А я это, ну, не бухой. Я, если вы веселитесь, я не против, нет, мне просто не налили. Знаете, Михаил, вам нас никогда не понять. Правильно, девочки, да, говорят, что женщины с Венеры, мужчины с Марса. Ну все, это кобзда. Это уже даже с показаниями РЕН-ТВ не сходится. А их версия то, что мы Анунаки с планету Нибиру, и то убедительнее. Верните мне деньги, я пошел домой. Какие деньги? Они же плот на финансовой чакре. Ты че, говно усатое? Это, наверное, мне... Люба, привет! Руки убрал. Ой, Любочка, вы выздоровели. А я и не болела. Меня вот этот дома запер, чтобы я сюда не пришла. Ты что думал, я ради прокачки женственности с третьего этажа не сигану? Я у Вселенной попросила мягкую крышу Рено Логан под окнами, и она мне ее дала. Девочки, это работает. Это работает, моя хорошая, работает. А ты теперь еще на две недели без секса. Еще? Это что, до 2030 года? И еще две недели? Что здесь делаешь, собака, отвечай? Да я пришел посмотреть, куда ты ходишь, свои деньги тратишь, блин. Ну это же все обман, это же как скидываться за капремонт. Просто отдаешь деньги, и ничего не меняется. Это фигня полная. И это мне говорит обладатель золотого аккаунта в танках.
я тебе ничего не предъявляю, а тут прям, ну, классно. Здесь проблемы вот так решаются. Помнишь, мы с тобой не знали, как в кадастре землю межевать? Ну? Так и я сюда пришла, маточкой подышала. И все решилось. Так это я 2 недели ходил, бумажки таскал по кабинетам. Так меня-то это никак не коснулось. Она вон меня Клеопатрой назвала. Даже мне сертификат выдала. Да. Чушь полная, но приятно. А ну вон иди домой, смотри, как чайный гриб развивается. Мало ли что пропустишь. Все, ладно, извините, девчонки, не мешаю, отдыхайте. Любочка, я прошу прощения, а неужели вы во все вот это вот не верите? Да, вы измените меня, конечно, просто, понимаете, у него молодая душа в красной чакре в первом доме. О, ему проще сказать, что это все фигня, чем объяснять, как работает Вселенная. Боже, ну какая умница, да? И воронку крутит, и мужчинами вертит, ну настоящая Клеопатра. Отличная новость! Скоро стартует новый сезон шоу «Однажды в России». Ты можешь смотреть его стоя, сидя, в любом неудобном положении. Да хоть спиной к экрану. Все равно это будет мощно, эпично и, главное, смешно. О, да! «Однажды в России». Новый сезон. 15 апреля в 10 вечера. Премьера на ТНТ.